Всем привет, это подкаст UWeb Design. Сегодня 15 июня 2015 года, выпуск номер 42. Всем привет. У нас сегодня все темы такие, не очень громкие, но чуть-чуть есть. Подведем итоги WWDC 2015. Будем рассекречивать мифы про Яндекс. Да, и поговорим много сегодня про WordPress. Погнали? Да, погнали. И, естественно, у нас наша... Основное все, ради чего делается этот подкаст. Слушайте внимательно. UWeb Design и хостинг-провайдер smarttape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести uwebdesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Ну, нормально. Да, нормально. Я, кстати, сейчас заметил, что во время записи нет вот этого прикольчика, что если подергать курсором, то он увеличивается. Эх, блин. Я пытался это в предыдущем ролике тоже заснять, не удалось. Это, в принципе-то, новые фичи. Ну, это новые фичи. Ну, ладно. Сейчас еще чуть-чуть потерпим. Прям вот тулечко, да, потерпим, и после этого... Стой, а ты как обойка? Ты меня не спросил. А, точно. Как тебе обойка? Мне, знаешь, почему нравится? Почему? Мне нравится, это же хвойный лес, конечно, я сейчас не вру. Да, да, вот мне хвойный лес больше нравится, чем березовый какой-нибудь там. Так чем лиственный. Ты скрытый северный? Я, конечно. Чем мне вот это? Мне, знаешь, эта дорога напоминает нашу дорогу на аэропорт. Только на аэропорт она, к сожалению, как раз лиственная. Но там точно такая же аллея, прям с двух дорог, с двух сторон. Ну да, там поэтому нет вот этого коричневого, то, что валится. Но это, понимаешь, это лиственница, это не просто хвоя. Я так вижу. Потому что у сосны более коричневый ствол. Хотя, может быть, это жутко высокие сосны. И из-за этого у них не желтеет ствол, а он весь такой черный. Mm-hmm. Но хотя они в любом случае все осыпаются как-то со временем. Обновляют иголочки свои. Mm-hmm. Ладно, перейдем к нашим непосредственным темам. Хотя это тоже на самом деле очень крутая тема. 8 мифов по поводу главной страницы, да, homepage. Uh-huh. Основной, ну главная, да, это называется. Гостевая, это хорошо. Домашняя страница, точно. Вот, у нас, то есть, не только про Яндекс сегодня мифы будут, но и про гостевую, про домашнюю страницу. Давай. Ну, здесь вот, опять же, что дизайн домашней страницы иногда прям даже отдельно заказывают. То есть, у тебя уже есть UI того, как будет выглядеть твой сайт, там, стайл-гайд, все уже придумано, что посты будут выглядеть так, что рамочки там такие и так далее. Но сам дизайн главной страницы домашней, он важен, потому что тебе нужно понять, какой контент туда поместить, как его сделать, как важность распределить, там, что по центру, что не по центру, там, нужны ли какие-то визуальные эффекты. Будет ли слайдер? Вот эти самые важные вещи обсудить, поэтому его иногда заказывают отдельно, поэтому это дохрена важно. Вот об этом введение. Так. И встречаем первый миф. Homepage needs to be pretty. Что главная страница должна быть красивенькой. Это миф. Это миф. На самом деле не должна, если у вас цель. Ну, то есть, да, здесь пишут, что очевидно, что отвратительный дизайн домашний, но он как бы отвращает, он бесит. Но, если фокусироваться только на том, чтобы у тебя была красивая домашняя страница, то она не выполнит свой purpose, свою функцию основную. Она же посыл должен быть у нее к тому самому пользователю, к которому она направлена, кто является вашим клиентом, гостем. Ты имеешь в виду, вот смотри, такая команда дизайнеров, рисовали, у них хватило сил только на одну эту гостевую, они красиво ее нарисовали, эту домашнюю страницу, главную будем так ее называть, и все остальное не хватило сил, а она еще и красиво, и там отвалились, и сям отвалились, в общем. Ну тут нет, дело не в том, что ты все силы потратишь на красивость, допустим, силы у нас бесконечны. Так. Но за красивостью не будет прятаться контента, и человек зайдет, ему прикольно, но он дальше никуда не пойдет. Mm-hmm. То есть основная цель, вот видишь, нам здесь выделен большой вопрос в блок квоут. What is... Ладно, сразу. Что же, какая основная вещь, которую вы хотите, чтобы ваш посетитель сделал после того, как увидел главную страницу? Нажал там купить. Пошел в туалет. Заказать, да, пошел в туалет, может быть, по разной нужде. Может быть,
пробил монитор, неважно, но цель должна быть выполнена, и зачастую она такая, либо дальше посерфить сайт, посмотреть условия, цены на услугу там и так далее, или сразу купить, или перейти там куда-нибудь в соцсети, то есть если у вас какой-то отдельный лендинг, вы всех направляете на ваш сбор пожертвований на Планета.ру или там где там собирают деньги, то, может быть, у вас будет одна большая кнопка по центру пойти на Планету.ру, дать нам денег с таким посылом. Блин, это, знаешь, это так круто. Особенно вот, если вот это Планету.ру? Вот... Нет, именно идея того, что должна иметь какой-то контент в себе. Знаешь, вот у нас же многие заказчики хотят, чтобы у меня просто все розовенькое должно быть, там и такое, и просто должно там мне какие-нибудь блестяшек добавьте. Вот. Ну да. А ты как бы на самом деле ты магазин каких-нибудь. Причем, там... и естественно, когда ты их спрашиваешь, а какой у вас контент для сайта, у них нет контента для сайта. У них есть две брошюрки какие-нибудь, которые в Word до этого делали. Да, да, да. И все. И больше нет ни продающих текстов замечательных, ни дизайн-бука вот этого. Как это называется, я уже забыл. Этот. Бренд-бук, да. Вот, да, вспомнил. Этот. Ну так вот, здесь как пример приведен Craigslist. И мне прям сильно нравится этот пример. То есть страница, главное, не то чтобы красавица. Если не сказать больше. Я вообще сказал, не красавица. Да, но Пёпос выполняет замечательно. Если мы вспомним, на Craigslist'е не только телевизоры продают, находят работу люди. Ну. Но и девочек на ночь находят. И мальчиков. И мальчиков, к счастью или к сожалению, не знаю. То есть посыл понятен просто сразу. Он ловит по геолокации, откуда ты. Сразу тебе предлагает parking storage в Лос-Анджелесе. Или general for sale, furniture. И предлагает вдруг тебе надо не Лос-Анджелес, а именно Бейкерсфилд. Бейкерсфилд. Да, или... Стокхольм. Не знаю, почему Стокхольм. Обычно здесь... Или, может быть, есть такой пригород у Лос-Анджелеса. Потому что обычно вот тут Сан-Диего там и так далее. Nearby, короче говоря. Но, видимо, есть какой-то Стокгольм Nearby Лос-Анджелес. Ну, возможно. Или мы чего-то не знаем. Или, знаешь, как в World of Warcraft между Штормвиндом и Айронфорджем есть метро. Ну, вот и оно за же. Секунду. Вот между Лос-Анджелесом и Стокгольмом на самом деле есть метро. Причем через ядро планеты. Так вот, да. В общем, Craigslist это прям супер пример того, как некрасивая главная страница домашняя может прям вообще зажечь. Я посмотрел, кстати, как к ним заходят на Craigslist миллионы. Я думаю, если Алекса ранг их посмотреть, то они где-нибудь в первой сотне точно. Ну да. Я даже не знаю, как сейчас это сделать. Да никак. Давай ну дальше. Ладно, не будем, да, время тратить. Миф номер два. Homepage needs to cater to everyone. Всем должна нравиться. Тоже неправильно. То есть мы здесь с тобой обсуждали офскрин о том, как об этом сказать. То есть, допустим, вот есть у вас новостной сайт, и новостной сайт откровенно ангажированный в какую-то одну сторону. Обычно, ну, как бы все говорят, там, рекламодатели и кто угодно, что чем больше людей посещает сайт, тем лучше. Но на самом деле это не совсем так. То есть, ну, кроме, да, хорошо, новостные сайты, может быть, это к ним не очень относится, хотя в том числе тоже к ним. Люди, которые точно не заинтересованы в вашем продукте, пусть они лучше уйдут, оставят трафик для тех, кто точно в этом продукте заинтересован, не будут ни о чем об этом знать и так далее. То есть, допустим, здесь приведен очень крутой пример с рестораном. Если вы открываете ресторан и хотите ориентироваться вообще на всех, делайте несколько кухонь. Допустим, опять же, у вас бесконечные ресурсы, и вы реально можете держать персонал, который умеет готовить там то-то, то-то, то и другое. У вас огромная кухня, на которой можно все это делать. Но когда люди заходят и не знают, что выбрать, у них, что называется, глаза разбегаются, их это тоже смущает. Не то, что как обычно на столиках стоят вот эти три штучки, на которых там наши предложения дня, а вот у нас тут кофе бесплатно при заказе того-то, а вот у нас такой-то коктейль при заказе такого-то и так далее. Очень конверсионно тебе сразу наталкивают на то, что надо взять, потому что на самом деле, как говорил Стив Джобс, люди ни хрена не знают, что они хотят.
Вот поэтому не нужно открывать ресторан, в котором вообще есть все кухни. Люди просто развернутся, уйдут в что-нибудь попроще. Мне сразу вспоминается, как мы с тобой ходили в лихое начало, когда Бургер Кинг только к нам заехал. Mm-hmm. И у них еще не было, как у Мака, конверсионно на вот этих панелях, кроме всего основного меню, большие такие изображения, типа, а кстати, вот Биг Мак вот выглядит так. Mm-hmm. И ты его видишь, и ты как бы даже не очень хочешь посмотреть, что есть еще двойной чизбургер, там какой-нибудь Биг Тейсти или что-то еще. Ты просто берешь там два Биг Мака, и тебя это устраивает, допустим. Бургер Кинге поначалу было не так, и я реально не знал, что взять, и в какой-то момент мы, по-моему, даже развернулись, ушли и пошли в другое заведение быстрого питания. То есть, в принципе, миф-то относится не только к сайтам, но еще и вообще к... Ну, на самом деле, да, к вещи, которые применимы к сайтам, они применимы, на самом деле, не только к сайтам. Вот это поворот. Поэтому, если ваше главное нравится всем, то она, может быть, не нравится никому. Охренеть. То есть нужно, чтобы она была таргетирована на какую-то конкретную аудиторию. И зашел, увидел какую-нибудь там белую ленточку, не победил. Дай бог. И сразу зацепился. Оп-оп, все, хожу, ну-ка, тут, а тут. И все пошло. А если все зашли, и обе ленточки. И все подумают, а кто, а что на самом деле хотели там что сказать? Ведет двойную игру. Да, и все, и автоматически все круто становится, вы свою аудиторию разводите. Не в том смысле, а в том смысле, что... Как лохов. Да, да, в этом, конечно же, в этом. Миф номер три. Homepage needs to present a lot of information. Present — это смешно. Continuous. Да, так в общем, то, что на главной должно быть много информации, это тоже миф. Угу. Если мы вспомним, о чем нам говорилось в предыдущих мифах, то нужно, чтобы был посыл. Ты посыл про... можно и в одном слове сформулировать. Ты просто сейчас говорил и сказал, как говорилос. Хорошо, да, говорилос. Tell great stories, две кнопки, learn more, talk to us. Все, больше ничего. Все сразу, кто сомневается, он еще learnит more. Так. А кто уже не сомневается, тот talkает to us и все. Согласен. Ответь там Саньку, он прям сильно хочет. Ага. Скажи, что я за. Если ты не за, скажи, что ты не за. Homepage needs a slider. На главный должен быть слайдер. Наш любимый миф и миф наших заказчиков. Mm-hmm. Здесь цитата. We have tested routing... Так, ладно, неважно. Короче говоря, все посмотрели на примере сайтов продаж, и слайдеры, они... обычно ни хрена не повышают продажи. Поэтому все слайдеры это беспонтовые, особенно те, которые автоматически проигрываются. Особенно те, которые с какими-нибудь жуткими анимациями, которые вешают ваши компьютеры. Mm-hmm. Ну, короче говоря, уже 100 миллионов раз об этом сказано, не используйте слайдеры. На главной. Может быть, где-то, когда-то это имеет смысл, но не на главной. Миф номер 5. Homepage needs to talk about you. Что типа, вот вы заходите на главную, и там рассказано, мы такие охренетительные, мы такие охренетительные. Это неправильно. Или там, мы в бизнесе уже с 2004 года, мы там всех вообще вертели, приходите к нам. Это неправильно. Надо говорить, вот вы, когда к нам придете, будете самым охрененным. Mm-hmm. Все там, все будет вам нипочем. Будете самый здоровый, самый вкусный будете. Именно будете вкусны. Только вот с нашей помощью, поэтому приходите к нам. Так. То есть... Тут, понимаешь, сайт с посетителями должен быть как мужик с тёлкой. Mm-hmm. Нужно все только про нее говорить. Меньше говорить про себя, а только про нее. Ты такая, все. Вот вы будете самый лучший посетитель на нашем сайте. Только take a tour, посмотрите прайсинг. И вот, ну, ты помнишь. Ну, мне нравится, да. Прикольно. Да. Шестой миф. Homepage needs to showcase company news. Очень много... таких примеров мы уже в подкасте неоднократно обсуждали, что если вот есть блог условной компании Starbucks, мы mm-hmm. причем этот пример даже уже приводили, и они там пишут, мы открыли новую кофейну в Теннесси, там, в таком-то городе. Всем насрать, потому что для посетителей эта информация не имеет никакого веса. Ну, только кроме тех посетителей, которые там из Теннесси, из того самого города, но они и так уже это знают, потому что mm-hmm. им уже соседка сказала, что Starbucks новый открылся. Поэтому блог должен быть комьюнити-блогом. Пишите о кофе. Пишите о том, что вот такие-то виды кофе, они на самом деле положительно влияют на потенцию.
оп, сразу зацепили своего посетителя. В перерывах между футбольной рекламой еще надо, ой, между футболом надо оплатить эту рекламу еще. Все в Starbucks пойдут. Только с их помощью ваша потенция вырастет. Ну это, да. Это прям лучшее. Это, кстати, все на главной должно быть, естественно. Седьмой миф и последний, нет, предпоследний. Homepage needs to look the same on all devices. Здесь такое должно быть, это... черт, как это сказать-то? Arguable. Короче говоря, спорно. Вот, точно, спорно. Потому что чуваки предпочитают думать, что сайт не должен выглядеть одинаково на всех девайсах. Ну и в самом деле, если ты зашел с большого компьютера, ты действительно можешь почитать подробности. А если ты зашел с телефона, возможно, лучше показывать тебе только кнопку, там, где мы находимся, там, карта и так далее. Ты уже on the go, что называется, зашел с телефона, тебе интересно, что там происходит и как. И тебе ты подробности уже не читаешь, ты уже зашел с телефона, там, у тебя вот этот вот... Как там на примере называется? LearnMo. Вот оно уже не кнопочка. Знаешь, иногда бывает кнопочка, а рядом текстик. Так. Он такой менее конверсионный, менее значимый. Там типа купить, а тут цены. Да-да-да. Цены, да, да, они да, такие, знаешь, ну вот только кто хочет сильно посмотреть, тот посмотрит. Вот тут примерно так же должно что-то меняться в зависимости от медиа-запросов. Ну, не наших подписчиков учить таким делам, что адаптивный дизайн, он не только под экраны подстраивается, он еще адаптируется под нужды посетителей на каждом конкретном экране. Может быть, какой-то блок информации на телефоне вообще можно скрыть. Он не такую большую роль играет, а пространство занимает драгоценный трафик и так далее. Хотя трафик, если за дисплей нонить CSS-кой, мне кажется, все равно будет грузиться. Хотя не уверен. Я тут вот сейчас не гуру этих вещей. Не гуру Big Data. Нет. Once you build it, it stays. Миф номер 8. Что если вы уже сделали главную, то лучше ее такое оставлять, а то ваши пользователи будут сконфьюзены. Это на самом деле тоже большой вопрос. Ну, частично это правда. Помнишь, мы обсуждали, когда, не помню, что обсуждали, выпуска 2 назад. Mm-hmm. Чуваки на The Verge, я рассказывал, они меняли шрифт на ретина экранах незаметно для чуваков, чтобы, не дай бог, они не подумали, что что-то как-то The Verge не так выглядит на моем новом MacBook Retina. Да-да-да. Они там изменили шрифт, чтобы тот шрифт на Retina выглядел примерно так же, как их первый шрифт на нечетких экранах. Так. Вот. То есть тут они это делали реально незаметно. Но миф здесь о том, что если у вас реально что-то изменилось, кардинально, вы ребрендинг сделали или что-то еще, то вы измените главное. Нужно учиться на своих ошибках. Если у вас сначала на главной куча информации, а потом вы вдруг сидите и вас осенит, что вам достаточно двух кнопок, вы лучше сделайте две кнопки. Пользователи переживут, а новые пользователи уже реально как-то почувствуют. Хотя бы новых не потеряете. Хотя бы новых, да, не сконфьюзите, не потеряете. В общем, вывод такой, что не все так однозначно в мире дизайна и проектирования главных страниц домашних. Да, мне кажется, это самое неоднозначное вообще. Согласен. Но, видимо, очевидно... Ну, на блоге Dreamweaver'а предпочитают думать, что обычно... Ну, действительно, пара мифов-то есть. Это в основном даже не столько для... Carol Kay, ну-ка, как она выглядит. О, Carol Kay. Почему у чувака женское имя? Я понимаю, что женский Carol через C пишется. Он король. А он король, видимо, да. Как-то сейчас вырезать хочется это все потом. Ну ладно. Да, то есть я забыл, к чему мы это. В общем, надо делать нормальную главную. Да, это... А, вспомнил, мифы в основном не для нас, дизайнеров, а для вас, заказчиков. А-а-а. Что типа, но только их это и не убедит, их вы должны убедить. Ну, к сожалению, именно да. У вас все получится после того, как вы слушаете наш подкаст. Да-да-да. И потенция, естественно, увеличится. Переходим к следующей теме. Следующая тема тоже про мифы, причем... У меня аватарка не подгрузилась, Платона. А, у тебя есть какая? А, да-да-да, я думал, у тебя именно аватарка. Но, слушай, короче, это типа тоже про мифы, но на самом деле не про мифы. А про это заблуждение. Вау. А в чем различие, да? Немножечко филологическую минутку устроим. Но мифы, это знаешь, они вот как бы уже устоявшиеся, мне кажется. А заблуждение, некоторые люди все-таки все еще делают вот так вот, неправильно. Да, согласен, не такой характер повсеместный носит заблуждение, как мифы.
Да. Так вот, тут-то заблуждение в вопросах... Мифы их бабки уже рассказывают внукам, а про ранжирование сайтов они пока еще не рассказывают. Тут тоже бабки, в принципе, да, но другие немного. Так вот, популярное заблуждение в вопросах ранжирования сайтов. Нам на... Это, я не знаю, блог или не блог? Это блог Платона Щукина на Яндекс.Блогах. Понятно. Короче говоря, это именно категория блогов именно про SEO от Яндекса. Вебмастеру на заметку, судя по тегам. Тег вебмастер, тег на заметку и тег ранжирование. Про ранжирование вебмастером на заметку. Да. И тут написано их 10 штучек, этих заблуждений таких вот. И на самом деле здесь, вот я вкратце сейчас сначала подытожу вообще о чем, потом немножко разберем. Короче, здесь о том, что типа Яндекс, на без типа, никак не старается никого повысить или понизить специально, ни какие-то новые вещи не вводит там специально, специально, чтобы вас именно понизить, ничего он не делает специально, просто так получилось с помощью алгоритма их. Да, да, то есть они оправдывают алгоритм. Да. Ну вот, немножко пробежимся. Первое заблуждение. Страница, наиболее релевантная запросу при поиске по сайту, должна выдаваться в общем поиске. То есть, опять же, это опять же про главную или не про неглавную. То есть, если у вас, допустим, цены, страница цен должна выводиться по такому-то запросу цены, а выводится, допустим, главная вдруг неожиданно, то как бы это нормально. То это, видимо, значит, что по запросу цены все-таки в основном заходили на главную. Алгоритм, да, лучше знает, чем конкретно вы, владелец сайтов. И это, проходите мимо, здесь не на что смотреть, по американским копам. Угу. Второе. Регион России дает преимущество в ранжировании по геозависимым запросам во всех регионах. Сейчас, я так понимаю, сейчас все очень умно устроено, и алгоритм, он понимает, откуда у вас приходит аудитория, в основном, на что вы работаете, как говорится, налево или там направо, вот. И поэтому он смотрит, откуда у вас аудитория и какой у вас адрес указан, самое главное. И там, то есть, в зависимости от адреса вашей фирмы там или чего-то там, в зависимости оттуда, откуда приходит аудитория, там и показывается. А все остальное, то есть, как бы не зависит, где там Россия, ну, или да, не тут, Россия. Ну да, тут просто сказано, что вот эта фича с регионом, она нужна не для того, чтобы расширить аудиторию, а чтобы сузить ее наоборот. Да, да. То есть ее используют, потому что это правильно, ведь если Катя из Владимира ищет стиральную машину, то очевидно, что в первую очередь он захочет видеть в результатах поиска сайта, работающего в Владимире, так как в Челябинск за стиральной машиной она не поедет. К нам. А почему? У нас нормальная стиральная машина. Ну, Катя такая. Просто. Соответственно, если... Видимо, гнилая что-то, она с гнильцой, не хочет к нам. Соответственно, если сайт компании по продаже стиральных машин отнесен к региону России, а сама компания находится в Челябинске, в других городах представительств не имеет, просто осуществляет доставку, то вполне логично, что Катя увидит эту компанию в результатах поиска после сайта компании, которая физически расположена рядом с ней во Владимире. То есть, опять же, все логично. Согласен, но... Наша компания из Челябинска, видимо, наша, а не о ней говоря. Угу. Она недовольна, что даже во Владимире она не на первом месте. Конечно, приходит, а мы что, не во Владимире? Ну, извините, открывайте офис во Владимире, привязывайте на поддомен владимир.стиральныймашины.ру, и все у вас будет хорошо. Третье. Чтобы установить региональность сайта, достаточно обозначить только регион. Ну вот нет, нужно обозначить не только регион, надо обозначить все тут вообще... Вплоть до всего. И ты можешь 7 адресов. 7 адресов можешь присвоить своему сайту. Регионов. Адресов бесконечно. А, адресов хоть сколько, да, а регионов 7. То есть ты имеешь в виду, я нахожусь и в Челябинске, и во Владимире. И... Ну да, да, да. Что у меня несколько регионов. То есть ты такой... Ты как бы все еще не федеральное значение поставщик стиралок, но хотя бы уже региональный. На Урал и Сибирь работаешь. Это, знаешь, это для сильно гигантских... То есть Катя из Владимира все равно не будет. Я просто не знаю, где Владимир. Мне кажется, в центральной части России, где-нибудь там между Москвой и Нижним. Просто, вот смотри, мне кажется, что лучше уж... Около Суздали, там красное солнышко все еще, он сидит. Лучше уж под домен какой-то отдельный, да, выделить для того или иного города, региона, чем, короче, у тебя один сайт будет на все работать. Ну, естественно. Так и делают нормальные пацаны, которые хорошо продвигаются в Яндексе. Да. Которым Платон Щукин бы пожал руку при встрече. Свою электронную. Но... Так вот, сайт упал на много позиций, это значит, что на него обязательно наложат какие-нибудь санкции. Это, знаешь, мне кажется, заговор. Теория заговора. Да, да. Вот это миф. И, кстати, у нас даже есть пример мифа. Просто вот у тебя плохо хостинг работает, обвалился сайт. Ты вывалился из Яндекс метрики даже прям. Прям из Яндекс вебмастеров вывалился. Ну, там тебе прям сказали, что что-то не то. Что-то не то.
и ты прям упал, и никаких санкций, просто ты, тебя нету. Да, и это с одним-двумя апдейтами поисковой базы, между прочим, вернется обратно. Санкций фактически никаких нет, но бывает, тут, видишь, сотен факторов. Я думаю, что если санкции на тебя наложили Яндекс, во-первых, ты об этом, скорее всего, знаешь в почте. Ну, они пишут на мастерские эти, ты потом уже не отмоешься. Тоже может быть. Потом тебе уже не поможет под домен сделать, как ты говоришь. Да. Служба поддержки меня обманывает, когда говорит, что мой сайт на 5-й позиции, а на самом деле он на 20-й. Это 5-е заблуждение мы прочитали. Ну, сами понимаете. Во-первых, зависит от того, что у вас там в браузере творится. Возможно, вы в поиске вообще ничего не убрали, у вас поиск, он показывает вас на первом месте. Возможно, вы там, короче говоря, надо анонимно заходить через браузер, как обычно, смотреть, чтобы у вас поиск не учитывал ничего. И тут даже написано, здесь ссылочки, чтобы ваш Яндекс.Поиск нормально работал. Убрать персонализацию, почистить кэш браузера, и тогда вы поймете, где вы точно по запросу. На самом деле, с этого, я всегда с инкогнито проверяю очень. Да, да. Это самое простое. И кэш не надо чистить. Я даже когда иконки какие-нибудь меняю, там фав-иконки, хрен-иконки, вот это работает самое bulletproof решение, короче говоря. 6-е заблуждение. Мой сайт лучше всех по тематике, аранжируется ниже всякого бесполезного хлама. Несправедливо. Скорее всего, Роскомнадзор проредил немного вот это заявление. Пару-тройку слов с четырьмя известными корнями убрали, да. Ну, как бы справедливо только так, как посчитал сам по себе алгоритм. Вот так справедливо, говорит нам Яндекс. А как вы там думаете, какие там бесполезный хлам? Ну, это... ты же понимаешь, что, опять же, процитируем классикой, 97% людей, которые сейчас сидят в России, предпочитают думать, что сидят они ни за что. Из-за бесполезного хлама? Скорее всего. Поэтому, ну, о чем тут говорить? Своё-то оно всегда лучше всех по тематике. 7-е заблуждение. Мой сайт является производителем товара, работы, услуги, и он должен показываться выше дилеров, дистрибьюторов в поиске. Опять же, сильное заблуждение, которое... Опять же, если поисковик увидит, что у дилера все намного лучше, чем у вас, может быть, у вас просто сайт хреново сделан. Ну да, но тут они пишут прям жизненное, что... А вот пользователи так не считают. Жизненно. Да, это в натуре, это действительно жиза. Это прям вот... А это вы только так думаете. Пользователи... А вы дерьмовый производитель. Дилеры-то они и... Саппорт лучше оказывают. И скидки еще, у может, них там, да, и еще, да, какие-нибудь. Поэтому тут как купи бы... Купи один iPhone, получи два. Вы не потянете такие скидки? Они потянут, потому что у них их таких, знаете, сколько покупают? Да. Но это на самом деле грустно для пацанов. Ну, те, которые... Для производителей? Да. Ну, работайте с дилерами. Это капитализм, 2015 год, детка. Это капитализм, детка, да. 8-е заблуждение. Я хочу изменить на своем сайте кое-что, но не знаю, как это скажется на позициях. А служба поддержки не говорит никакой конкретики. Они не хотят мне помогать. Но это классика, на самом деле, когда ты стучишься им там сильно. А что такое, что такое? А они нет, просто... нет, они даже не что такое. Тут, видишь, типа, что вы собираетесь. Я вот собираюсь главное убрать. Что будет? Не, я собираюсь кнопку перенести. Вот да, они тебе будут, да, помогать. Да. Во-первых, они сами не знают, как алгоритм работает, даже если они хотят тебе помочь. Ну вот тут он это и пишет, что... Да, а может быть, они тебе скажут, да все классно будет, а на самом деле все будет не классно. Следующее, 9-е, почти предпоследнее. Яндекс.Директ оказывает влияние на ранжирование сайта. Но это, наверное, очень часто встречающийся миф, точнее, заблуждение. Ну да. Что ты думаешь, что ты сейчас бабки забашляешь, и ты сразу будешь там везде. И тебя быстрее проиндексируют, даже я так одно время думал. Ну, понимаешь, тебя, то есть тебя специально быстрее не проиндексируют, но из-за того, что у тебя больше народу будет ходить к тебе, то есть шанс, что и паук поисковый зайдет. Да. Но это, понимаешь, это по первости. Это такие частные случаи, я так понимаю, они здесь не учитываются. Но на самом деле, надо было поддерживать это заблуждение. Платите только нам в Яндекс.Директе. Будет влиять на ранжирование. Да, влияет на ранжирование. Но, видимо, они за честность. 10-е. Если проблему не исправили в ближайший апдейт, значит, они забыли и не исправят вообще. И вот это заблуждение. Они делают что-то, исправляют. И тут есть очень смешная шутка, как они делают, исправляют у последнего комментатора к этой статье. Он пишет к 10-му по пункту 10. Тикет 104. Типа они уже столько исправляют, да, что столько тикетов пишут. Да, да. Или нет, или он просто номер своего тикета им напоминает. А. Может быть тоже. Но это тем более смешно. Ну да, да. Поверьте, без внимания, ваши проблемы мы не оставляем. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы решить их как можно скорее.
Ну все, хрен с ним. Мы сегодня еще вернемся к Яндексу. Да. К слову, хрен с ним с Яндексом. Но да. У нас следующая хорошая тема, интересная. Это Apple WWDC 2015. Мы неделю назад предупреждали, что, скорее всего, мы заново на этом остановимся. Но мы не могли сделать иначе. Просто как бы нас бы не поняли те, та часть адекватных подписчиков, которые понимают. Мажоров. Причем здесь еблофилов. Еблофилов, да. Я просто... Apple WWDC 2015, стриминг, обновленный OS, инструменты для разработчиков. Статья с Роем.ру. С Роем. Так, ну-ка давай так, сроем немножко. Я сейчас следующую сразу открою, потому что она прям по смыслу. Начинается с Apple Music. То, чем закончили на Keynote, здесь с этого начинают. Знаешь почему? Потому что про бабки. Так. Новый музыкальный стриминг, возникший на базе... Короче говоря, Apple делает свой сервис Music, который состоит из трех вещей. Во-первых, это реально стриминг. Так. То есть ты весь контент, который есть вообще в мире, можешь просто стримить за сумму в месяц. 169 рублей будет это стоить у нас. Первые три месяца для всех бесплатно. Первые три месяца. Подожди, так у нас вот сейчас я из Челябинска такой могу зайти с уже? С 30 июня для всех будет доступно, сможешь. И из Челябинска в том числе. Круто. И Катя из Владимира сможет. Вот, то есть это первое. Музыкальный стриминг полностью как Spotify. Так. Потом также будет радио Beats 1, которое вот уже есть. Так. Его можно будет слушать постоянно. Потом будет плейлист For You. Это алгоритм, который тебе подсказывает, что тебе надо. Их старая технология Genius. Может быть, они еще там кого-то купили. Там постоянно же есть уведомление, что Apple купила там маленький стартап, там music говно там for everyone, которые там написали искусственный интеллект, как советовать музыку кому-то. И слили эту, короче. Они не столько слили, сколько забрали ее себе и у себя типа будут использовать. Вот, поэтому вот это. И третье, это iTunes Connect. Это соцсеть для музыкантов. Мало кто помнит, но я помню. Была музыкальная сеть такая, Ping. Apple ее уже сделал в конце 2000-х. Еще Стив ее анонсировал, думал, что все будет круто. Так. Но вообще не прижилась, прям катастрофически полное говно получилось. А как это, собственно... Прям внутри iTunes это было, и там можно было вокруг каждого релиза обсуждать, комментировать. Там ленту свою могли артисты вести, говорить, что у меня новый релиз, там могли им тоже комментировать и так далее. Но это было так убого и беспонтово сделано, что, ну, не прижилось. А теперь из-за того, что Apple купила Beats Music, у них уже сети-то раскинуты, со всеми лейблами были так или иначе контракты, поэтому теперь проще. Кстати, здесь вот тоже, опять же, та ссылка на то, что Spotify отреагировал. И Spotify, во-первых, они уменьшили цены чуть-чуть. И во-вторых, они начали сразу говорить, сколько у них вообще людей, там, миллионов, миллиардов используют Spotify. В этом году мы там столько-то миллиардов долларов, миллионов. Потом столько-то подняли, что прямо они вообще недосягаемые. Но... Они сразу начали вот это... Зашевелились. Да-да-да. И самое главное, что вот из-за этих вот этих первых трех месяцев... Так. Бесплатных. No. Большинство лейблов сказали: Apple, идите-ка вы нахрен. Типа, а мы-то на каком основании 3 месяца будем бабки терять? Бесплатно пахать на вас. Да, вы типа, давайте нам возместите, если хотите там что-то бесплатно. Ладно бы вы были какой-нибудь типа мелкий музыкальный стартап, который хочет как-то подняться, там это, мы бы вам типа пошли навстречу. А вы типа вполне себе можете позволить покрыть нам эти траты тогда, раз. И что, не покроют? Я не знаю, чем закончились эти разбирательства. Вот была такая информация в начале недели, что половина лейблов сказали, пошли вы нахрен. И самое главное, не совсем ясно, сказали они, пошли нахрен вообще, или сказали, пошли нахрен первые три бесплатных месяца. Что типа, потом мы согласны, пойдем. Типа, а сейчас пошли нет. Так это нормально, кстати. Но... Ты такой, типа, сначала три месяца попользовался, у тебя такая демо-версия. Но Apple, да видишь, хотели, чтобы у них не демо-версия была, а прям полная версия была. Ну да. Вот не ясно, разрулят они это или не разрулят, бабки никто терять не хочет. Но вот такая новость про Apple Music. Прикольно. Да. OS, новые версии iOS 9 и OS X El Capitan. Сейчас как раз мы на ней сидим. Так.
Вот, а да. Ты сейчас все выключил, также все анимации, все выключил? Нет, я наоборот все включил, и ничего не тормозит теперь, что самое интересное. Опа, видел, всего одно окно, оно не тормозит. Подожди, а этот как его, там центр, этот как? Центр уведомлений тоже, нет, нет, реально, все очень плавно и круто стало работать, кроме шуток. iOS я в данный момент опять пытаюсь записывать айфончик, я не знаю, насколько получается. Так, и что у тебя там? У меня здесь новое приложение Fallout Shelter. Мы, кстати, об этом в конце скажем немножечко. Мне хочется чуть-чуть. Новая мультизадачность, во-первых. Ну, как бы тут она теперь покрасивше. Точно так же можно там что-нибудь выгружать. Ну, тут Fallout Shelter. Тут-то никак, как бы. Я так понимаю, по сравнению с iPad, это фигня все. Да, ну, в смысле, чуть-чуть фигня. Там можно будет просто пополам экран делить и два приложения каких-нибудь отдельных запускать. Потом есть предиктивный набор. Давай какой-нибудь твит напишем сейчас от YouWebDesign. Футбольные эксперты разошлись во мнениях, поможет ли российской сборной отставка Фабио Капелло. Не поможет. Да, этой сборной же ничего не поможет. Мутко, кстати, выдвинули в президенты РФС, Российского футбольного союза. Но не выдвинули, а все предпочитают думать, что ему надо это занять, потому что, типа, он крутой. И чё? Он министр спорта у нас. Он лично будет бегать на поле? Чтобы он пинал всех под зад получше. Я сейчас пишу в твит. Сегодня подкаст. Пишем. Пишемся, он мне предлагает, я про предиктивного. Пишемся на сегодняшний. Есть сегодняшний. Под, поход, подкат, подряд. На сегодня подряд у нас, бригадный. Подкаст есть. Yes. И он учится. После этого, если я сейчас буду писать опять сегодняшний, под, черт, не сильно учится. Ну, у тебя он пока такой маленький еще. Полка, сегодняшний полка. Подкастить. Так, и чё? Ну, короче говоря, он вообще в идеале он учится. Угу. Пишемся на сегодняшний подкаст. Сегодняшний подкаст. Тестовый твит. Ну, так просто, что... О, Таид хочет на твит заменить. Все верно. Просто, чтобы как-то, ну... В общем, да, предиктивный набор теперь работает на русском языке. А, кстати, мы можем с тобой зачитать, что нам Roam.ru говорит об этом. PayPal появится в... Фу, PayPal. Apple Pay появится в большем количестве магазинов. А, у Apple теперь есть Siri Suggestions, который как Google Now, который мне предлагает вот что запустить. Кому позвонить? Ну, это классика. Да, да, но в смысле, что этого не было. Теперь это сразу автоматически я сдвигаю сюда, и мне это показывает. Понял, понял. То есть тут такое. Это при том, что ты выключил, да, весь поиск у себя в телефоне? Нет, я включил, чтобы это работало. Да, кстати, к слову о поиске, батарея жрется очень сильно, конечно, на этой первой разработческой бете. Но мы будем надеяться, что это исправится. Хотя, конечно, не знаю. Главным нововведением еще стало приложение News, которое в России недоступно. Оно доступно только в Америке и в Британии. UK, US, да. Не знаю, позже, никогда или что. И что за ньюсы это там будут? Агрегатор новостей. Примерно как наша с тобой последняя тема. А-а-а. Да, а мы интригуем. В новой OS появилась мультизадачность, как Windows 8 с разделением экрана. Но это только в iPad Air 2. Даже на первом Air у меня не будет работать. Но будет режим работы картинка в картинке. Ты запустил видос, свернул его... открыл, допустим, Твиттер, а видос у тебя внизу вот так вот маячит, грубо говоря, и, ну... Ну да, это в Ютубе есть такая штучка, там ты, когда сворачиваешь видео... Оно, тебя... оно только в Ютубе, а теперь во всей оси так будет. Mm-hmm. Вот, ты имеешь в виду приложение YouTube? Да. Я для наших подписчиков. Ровно в это же время появится OS X El Capitan, в которой появится много мелких улучшений. Также, что приятно разработчикам, загрузка процессора в Adobe After Effects Illustrator обещает уменьшиться на 70%. Понял, да? Ужас. Охренеть. Так самое, за счет чего это сделано? За счет того, что Metal, который вот на iOS сделали, что типа там практически переписали драйвера, чтобы не было вот этой OpenGL большой прослойки, чтобы все прям через Metal очень быстро работало напрямую от приложения к железке. Так. Как они это сделали, не ясно, но теперь они это сделали в OS X. За счет этого, собственно, все быстро и стало работать. И вот за счет этого и уменьшится загрузка процессора в Adobe After Effects и Illustrator. Illustrator. Да, Apple Watch, новая версия Apple Watch. Но мы про это уже говорили, что будет хардварные, можно делать теперь приложения, которые напрямую сенсоры используют и так далее. То есть понятно. Swift станет open source. Новые обновленные software development киты. Ну тут как бы это все ожидается каждый год, ничего такого.
Впрочем, ничего нового. Нет, а то, что Swift с open source станет. Ну, это только причем осенью. Это видимо, страшно или не страшно? Да хрен его знает на самом деле. Потому что все сейчас начинают в open source переходить. Вот такие ребята, типа C-Sharp. Ну, они же только .NET фреймворк только частично перевели в open source. Swift, возможно, тоже не весь переведут. И в основном это все сделано точно так же, как на самом деле вот здесь в статье не указано, а теперь разработческий аккаунт Apple-овский будет сразу же и на iOS, и на OS X. Mm-hmm. Раньше надо было два отдельных покупать по сотке. Так. Теперь достаточно одного. Это все, чтобы больше делали приложения? Чтобы больше делало приложений, конечно. То есть, и поэтому и open source для тех, у кого от слова open source зудит в заднице, они прям обратили внимание в сторону Apple. Теперь типа Apple это не такая жуткая проприетарщина, они там все контролируют, там бла-бла-бла. Open source, детка, опять же. И, ну, круто. Да, я хотел еще, что-то я еще хотел сейчас сказать. Что еще-то они на встрече... А, теперь, когда ты просто лениво пишешь на Xcode какой-нибудь калькулятор, тебе, чтобы накатить его на свой телефон или айпадик, не надо разработческий аккаунт. Ты можешь именно у себя поиграться и написать хоть что, не платя вот эту сотку. Чтобы в App Store не... Да. То есть разработческий аккаунт теперь нужен только для того, чтобы получить доступ к developer.apple.com порталу, к внутренней секции. И чтобы размещаться в App Store, там получить подпись, ну, как обычно. Не, но это, кстати, уже ты понимаешь, за что платишь. У тебя там модераторы будут смотреть твою так программу. Так нет, это было. Просто раньше ты до этого даже на свой телефон не мог свое приложение поставить. Ну, да. Ну. А сейчас-то ты, типа, как бы, ну, не платишь за то, что ты разрабатываешь. Ты для себя какой-нибудь сделал на твой калькулятор? Конкулятор. Ну, понятно, но это же для тестинга. Ну, да. Короче говоря, Apple идет навстречу разработчикам. Вот так бы я это назвал. Убийца разработчиков. Так, это что у нас? А, у нас есть еще новость с Apple Insider. О том, что новое слово в Sound Production. Короче говоря, теперь часть приложений, то есть Audio Unit API, будет интерфейс использоваться. Короче говоря, ты можешь накатить себе приложение, допустим, Sound Compressor Limited Pro, свернуть его, а он будет работать, и какое-нибудь другое приложение сможет к нему по API доступаться и использовать этот Sound Compressor Pro внутри этого приложения. То есть приложение внутри приложения. Мы встроим тебе приложение в приложение, чтобы ты смог смотреть все приложения в приложениях по Exhibit. А это самое, вот я хотел... Для России, да, вот этот стриминг мюзика, да, этого. Он это... тоже будет сразу. Но я имею в виду, он никак не ударит по карману никому вообще. Ни радио Яндекс, ни Яндекс. Слышишь, карман, здесь прям сравнение. В России будет стоить 169. Для сравнения, базовая подписка на Яндекс.Музыку 149, Google Play Music 189. То есть Apple крепкий середнячок по ценам. Никому по карману не ударит. То есть ты имеешь в виду... Здоровая конкуренция. Действительно? Может быть, нездоровая, я не знаю. Посмотрим, как это будет выглядеть. Посмотрим. Возможно, будет так сногсшибательно, что невозможно. У нас на Яндекс.Музыке можно там Бутырку послушать. Там такого не будет. Почему? Бутырка есть в iTunes. В том-то и дело. Он же все из iTunes магазина берет. Блин, а? Ты понимаешь, даже тут ничем не возьмут. Реально. Если будет очень удобно и круто, то никто ничего не сможет сделать. Тем более, что будет сразу же у тебя на телефоне из коробки. Не надо будет вот эту Яндекс.Музыку устанавливать. Не нативную. А если у меня нет телефона, я могу с веб? Да, не с веб, в iTunes будет. Понял. С веба, может быть, iTunes Connect будет с веба? Как-то какой-то веб-интерфейс, потому что, ну, мне кажется, вот Ping, опять же, возвращаясь, он именно потому и отсосал в свое время, потому что не было никакой составляющей ни на телефоне, ни в вебе, нигде. То есть только внутри iTunes'ов. Ну, кто будет внутри iTunes'ов так что-то это, там? Так это, поди, время iPod'ов еще было лихое. Ну, нет, iPhone'ы были уже. Ну, это Стив, я прям помню. Мы с тобой уже знакомы даже были в тот момент. Окей. Хотя казалось бы. Так. Да, поэтому здесь про новое слово в Sound Production, что будут писать уже теперь конкретные плагины. И, возможно, будут даже писать такую штуку, что iOS-девайсы будут контроллерами для OS X. То есть ты на OS X запустил у себя Logic, а на iPad'ике себе запустил пару каких-нибудь инструментов. И оттуда он использует это все, ты сводишь уже напрямую в Logic'е там, и до свидос будет какой-нибудь. И у тебя сразу в Apple Music, у тебя все покупают, и ты короче, там, миллионы пишешь, продаж. Да, Gorillaz. Да, конечно, Gorillaz. Переходим дальше к...
По-моему, у нас про Photoshop должно быть. А, я еще должен сказать про то, что на той неделе мы сняли ролик про Safari 9, про фичи для веб-разработчиков. То есть, кроме того, что новый браузер, новая операционная система и Apple Music, еще и новый Safari, вау, супер. Теперь все как в Chrome, только круче, потому что в Safari. Только в Safari, да. Да, здесь появится у вас подсказка, так, на какой, на 43-й минуте, сейчас я напишу себе. 43-я минута Safari. И вы посмотрите, роличек перейдете. Да, обязательно. Потому сейчас как Эрн сказал, посмотрите, роличек перейдете. Перейдете, да, да. И выигрывает команда там Нарты из Абхазии. Да, кстати, про Эрнста. Давай. Не про Эрнста, а только от того ролика у вас там потенция увеличится. Вот это все. Только вы лучше станете с нашим роликом. Вы. Короче, вы лучше станете еще с тем, что вы будете использовать в фотошопе артборды. Да, в новом Photoshop CC 2015, который будет, я так понимаю, к осени, когда все школьнички пойдут в рисовать новый класс в первый раз. Им родители оплатят новые артборды в Photoshop. То есть, без них вообще жизни не было. Я так понимаю, функционал повторяет абсолютно с иллюстратора, да? А хрен его знает. Мы же не знаем, как это будет реализовано. Здесь есть видосик. То есть мы говорим о том, что Apple, Adobe, они сотрудничают напрямую с некоторыми крутыми дизайнерами. Да. И вот, видишь, Брэд Эллис, фрилансер-дизайнер крутой, так. Ему прям прислали, типа, чувак, ты настолько крутой, что сними видос про то, как у нас, типа, все круто. И вот он показывает артворды, что, типа, внутри одного PSD-файла можно делать несколько сцен. Вот, видишь, они черным здесь обозначены, не сцен-скрин. Как в иллюстраторе, то есть прям вообще... Супер просто. Тебе не надо будет слоями делать. Есть как бы layer comps, layer compositions, когда ты можешь несколько слоев связывать между собой, и они у тебя, грубо говоря, как не просто как группы, а прям как цельные куски внутри кусков. Рабочие области. Да, да, практически рабочая область. Но вот тут это мы, как говорит Фил Шиллер, мы пошли дальше, мы вышли на новый уровень. Вот они вышли на новый уровень и сделали, что у них теперь... А это не значит ли, что... У нас это все скоро, блин, объединится в одну программу. Фотостратор. Фотостратор? Или Room. Фотостратор Room. Да. Или Room. Light. Да. Pro. Премьер. Нет, ну правда, что вот, допустим, какой-то функционал из Illustrator переходит к нам в Photoshop. Ну, к нам именно. Я думаю, они по-прежнему все равно будут очень сильно разведены. А знаешь, почему? Потому что бабки из того, из другого можно получать. Ну да, да. Кто-то оплачивает только Photoshop, кто-то только Illustrator, кто-то Photoshop плюс Lightroom, вот этот вот блок, типа там Adobe CC для фотографов, да, там сколько-то там, 399 или 299 в месяц стоит. И тут вот там показывается, как ты перетаскиваешь между этими артбордами. Видишь, оно внутри. Ну да, он показывает. Один другого. И что слой сразу... Ну, короче, как в иллюстраторе. Ну да. Но только в иллюстраторе, по-моему, и не так круто даже. Да ладно, ты что-то уже все. Хотя это страшно, если в иллюстраторе не так круто, но... Возможно. Ну вот, и на Reddit почему-то не очень сильно обсуждают, собственно, такую бум. Да, это официальный фотошоповский под Reddit. И какого-то лешего только 5 комментариев. Всем похрену на эти артборды, потому что мы подумали, что все уже просто рисуют от души рукой. Видимо. Причем тут как бы просто looks nice. Не то, что там вау, супер. Ну хотя здесь есть... О май гад, finally. Это сам бы, походу, разработчик finally сказал. Вот да. Потому что... И типа, и тут другой чувак тут скептически пишет, да, я как раз вчера думал, что вообще-то уже 2015. Уже пора бы. Но он на самом деле нет, он имеет в виду, когда будет Creative Cloud 2015, новая ревизия. Но это еще и смешно, что типа... То есть не впечатлило чуваков совершенно. Хотя вот знаешь, когда новый Pebble на Kickstarter собрал деньги, на Reddit типа просто вау, хлопушки, пердушки, фейерверки, там часы. Все. Да, новые там убийцы Apple Watch опять же, да. Убийца Google Wear. А да. Когда в Photoshop добавляют артборды, почему-то вот так вот сухо. Они спрашивают, а вы фотошопничек? К сожалению, нет. Вот, видимо, так. Хотя 35 тысяч с половиной читателей у этого субреддита. Ты понимаешь, да? Очень странно. И 17 апвоутов всего. Причем очков. Из них 85, это только 85%. Кто-то еще и против. Кто-то, да не надо нам никаких артбордов. От руки будем рисовать на планшете. Круто, да, про WordPress? Хорошо.
Я прям жду, там что-то очень крутое. Тут прям настолько крутое, что я тебе перед началом сказал, ну, у нас сегодня столько коротенький такой будет подкаст. Ну да. Уже 48 минут, да. Киллер, WordPress, чек-лист, инфографик. Мы чуть-чуть разберем, потому что чек-лист гигантский. Ну просто, ну это досвидос какой гигантский. Мы оставим ссылку, как всегда, в описании. Если вы нас слушаете в iTunes, перейдите на YouTube или к нам на сайт. Там тоже есть все ссылки на тему. Если вам YouTube претит на организменном уровне, то наш сайт, который mobile-friendly, очень хороший. На главной там все понятно. Mm-hmm. Только для вас, только вы с нашим, помощью нашего сайта будете крутой. Хотя да. Вряд ли. WordPress pre-development чек-лист. Короче, здесь большой чек-лист, разбитый на несколько этапов. До того, как вы разрабатываете тему или плагин, что вы должны сделать? Выбрать правильную директорию, изменить эти префикс у таблиц, чтобы не VP этот пост, там VP пост мета, а какой-нибудь там UWeb Design пост, чтобы вас хакнуть было сложнее. Использовать уникальный логин-пароль, спрятать всякий ваш тестовый сайт от поисковых ботов, включить дебаг, ну вы понимаете. То есть здесь целый набор pre-development чек-лист. На самом деле было бы прикольно, если бы это была редактируемая какая-нибудь PDF-ка или просто на А1 распечатать по... понимаем по кому. Так. Вот, но да, так тоже можно делать. Development чек-лист во время WordPress'а. Убрать дефолтный контент, сделать сайт мэп, добавить социальные профили, застилизовать стики пост. То есть здесь это не маргинальный чек-лист, он крутой. А маргинальный есть чек-лист? Ну, маргинальный был бы просто там сделать все хорошо, не забыть там изменить сайт тайтл и так далее. А тут прям глубоко. Стики. Добавить кучу тегов, меню, alt тегов, newsletter subscription, список плагинов прописать, которые вы будете использовать. Короче, ты имеешь в виду, по этой инфографике можно жить. Можно вообще жить вообще сильно. Time for coffee еще, видишь, потому что... Вау. После того, как здесь... А тут good только, morning. Тут good morning, а здесь уже time for coffee. Причем с сердечком. Только с нами, с нашим чек-листом у вас будет хороший кофе. Подожди, а дальше будет что-нибудь такое прикольное? После кофе. Ты меня спрашиваешь? Да нет, ты листай. Так, подожди, листай. Мы по чуть-чуть. WordPress launch чек-лист. Когда будете запускаться... Делайте бэкапы, постоянно контентную структуру проверяйте, пропишите календарь, по которому будете постить. Mm-hmm. Не забывайте про security. Так. Open URL in new tab. Что за дерьмо? Нахрена они это советуют? Ну нет, но мы они против считают, этого. Они ну хорошо, считают. Согласен. У нас свободная страна, а у них тем более свободная страна. Upgrade plugins, use latest WP version. То есть, ну вы понимаете, все обновлять, использовать последние вещи. И последний. Запускайтесь. О. Что за L это или что? Low break would be nice. Two, может быть. Two break would be nice. Прерваться будет круто, ты имеешь в виду? Было бы круто прерваться сейчас. Да, подумать о жизни. Отменить coming soon page. Ну, такие вещи. Вернуть, чтобы сайт индексировался. Ну, то есть проверьте понятно. На адаптивность. То есть реально ничего не забыть, не затупить. Прям вообще, это круто. Теперь SEO чек-лист. Блин, это внутри надо проверьте распечатать. Проверьте все 301 редиректы, да. Перелинковку внутреннюю сделайте. Посмотрите внешние ссылки, закройте, какие надо nofollow, точнее, какие не надо. Какие надо закрыть. Оптимизируйте сайт. Вот такая отличная штука. Зайдите на GT Metrics, посмотрите вообще, насколько вы лох или не лох. Используйте H1 только один. Используйте H2... N1, используйте только H2 теги внутри контента. Для заголовочков. XML sitemap. То есть куча всяких вещей, реально, их много. Use CDN. Are you not hungry? Это ты все за день, кстати, должен сделать, естественно. Охренеть можно. Оптимизировать сайт за день. Да, да, естественно. Check duplicate content. Duplicate. WordPress security checklist. Там как бы сказано, включите security. А теперь, когда вы включили, еще очень много ручной работы. Обратитесь если вы понимаете, о чем мы. Обратитесь в Сукуи просто и все. Первое и последнее. Или к нам хотя бы. Да. Мы, может, тоже на что сгодимся. Привет, директоре Access. Закрыть там все, чтобы напрямую к папкам нельзя было зайти, только чтобы и не индексировалось. Мониторите performance. Поставьте какие-нибудь плагины для профилирования. Сами пропрофилируйте. Удалить install and upgrade files, PHP-шные. Что-то я вот даже таких не знал сам. Походу придется сегодня распечатать. Да.
Limits пишешь логин и темпс. Но это все на сервере делается на самом деле. Используйте iThemes Security. Я напоминаю, был курьез, именно курьез. Я не помню, мы его в подкасте обсуждали или еще до подкаста в плагин, в паблике это постил. Кстати, подписывайтесь на нас в соцсетях, пишите в комментариях, как вам наши соцсети. И используете ли вы iThemes Security. Так вот, у них был факап, что именно их плагин по безопасности взломали. Или их сайт взломали. Ну, там было прям вообще смешно. То есть, прям вот бред. Protect your VP-конфиг. Это круто. Потому что в VP-конфиге записана база. Если кто-то попал там к вам на сайт, deny from all, короче говоря, сделайте. Не забудьте. Ты просто... Oh, look at the lovely... Коуч, на тренера, смотрите, на любимого. Да, на диван, кауч, ну ладно. Вот тут причем еще такая стрелка, как лопаточка, еще и пожрать опять захочется. Да просто ты понимаешь, вот это за день сделать? Ну... Ты знаешь, ты будешь человек WordPress. А человек молекула. Нет, ну ты же понимаешь, что у тебя уже сайт-то готовый. То есть ты, грубо говоря, добавляете категории и так далее. Здесь же нету «сделайте тему для сайта». Ну да. Ты уже это в конце концов на лайв-версии делаешь. На премиум-теме. На премиум-теме. Да, на премиум-теме хотя бы. Hide login error messages. Никогда такого не делал. Так, ну и что еще говорят? Это на следующий день уже? Maintenance. Теперь maintenance. Это к вечеру уже. Теперь тебе это все поддерживать надо. Это, причем вот maintenance, чек-лист, его нужно постоянно заполнять. Потому что нужно отвечать на комментарии. Удалять ревизии старых постов, тестировать формы периодически, вдруг обвалилось. Контакт форм 7 обновился, и именно ваша не работает теперь. Clean spam comments. Уберите дебаг режим, причем регулярно проверяете, убираете вы его или не убираете. Disable WordPress updates. Зачем? Интересно. Выключать автообновление. Видимо, чтобы ничего не обвалилось само, понимаешь? То есть у тебя что-то обновилось, ты сам подумай, надо тебе это обновить или... Ну, может быть, может быть. Чек Google Analytics регулярно. Регулярные бэкапы, плагины. Угу. Отвечать на комментарии уже сказали. Смотреть периодически Webmaster Tools. Do you like hot tea? Вау. К 5 вечера мы в UK приближаемся. У них вечерний 5-часовой чай. Я думал, если честно, они уже спать тогда легли где. Ну, это именно, видимо, не днем спать прилегли. Increase VP memory limit. Я после такого действительно днем. Ну и тут дисклеймер. Вся информация, это вот что мы вот знаем, как мы знаем. Вот, кстати, сурсы. Если вы что-то сломаете, то нам, извините, это вы сами лох. Ну, как обычный дисклеймер, короче говоря. Прям суперская инфографика. Я удовольствие получил, когда ее нашел тогда, неделю назад, и добавил к нам в темки. Это, по-моему, наша первая темка была в Trello. Поэтому пишите, какие еще... Вот вы прочитаете всю инфографику. Если вдруг какого-то совета здесь нет, вы делитесь им с нами. А короче, с другими подписчиками. Вообще такую инфографику можно было самому составить, просто сесть единожды. Ну да, да. За сайт и посмотреть все вообще за полностью. За сайт. Ну ты же понимаешь, что очень много здесь всего. Некоторые вещи я реально не знал. И тут вон, видишь, сколько сурсов. Ну там да, там со всех собирали. То есть работа была проделана. Понятно. Давай дальше еще про WordPress, как говорится. Да, да, да. ХХВМ показывает результаты на 18,7% быстрее, чем PHP 7. Давай надо сначала, что такое ХХВМ, вновь подключившимся. Да, в HipHop Virtual Machine, виртуальная машина для компиляции PHP, которую сделал Facebook. Так. Которая поддерживает также псевдоязык. Сейчас обидятся люди, которые на нем программируют. Не псевдоязык, хэк, надстройку над PHP. И даже лучше сказать, полноценный язык программирования, вдохновленный PHP. Причем он совместим с PHP обратно. То есть, я так понимаю, PHP-код в хэке работает нормально. Я сейчас, возможно, неправильно что-то сказал. Пишите в комментариях, если я что-то неправильно сказал. В общем, да. И прям сильно-сильно говорят о том, что в WordPress Environment работает на 18% быстрее. На MediaWiki еще быстрее. На Drupal 8 не такой сильный прирост у HHVM по сравнению с PHP 7. Ты имеешь в виду еще загодя, перед тем, как выпустили PHP 7? Ну, PHP 7 сейчас в альфе. Ты теоретически можешь его поставить себе. Но я имею в виду, что она уже сосет. Ну, это Facebook. Они работают, не покладая рук, там ведра подставляют, дырки затыкают. Ну да, да. Поэтому тут просто... Это вопрос еще и архитектуры. Вот в MediaWiki, видимо, так коряво все сделано, что вот HHVM сильно вытягивает. Ну да. Только он.
Поэтому, ну тут, и причем настолько коряво, что там и PHP 7, по сравнению с PHP 5 вытягивает. Кстати, в WordPress еще корявее, судя по моей логике, потому что там PHP 5 это как бы один, и тут сразу аж на два, черт, как же здесь, на две единицы. Может быть, наоборот, используются фичи в PHP 7 сильно. В WordPress, да? Смешно. Ну, короче говоря, вот такая вот статистика у нас. Не радующий, есть не радующий. Здесь лайтбокс? Нет, здесь нет лайтбокса. Вот лохи, у нас на веб-дизайне есть лайтбокс. А, кстати говоря, сейчас дальше поржем. Сейчас, кстати, про лайтбокс дальше будет. А, нихрена, ты прям... Сейчас все подумают, что я специально это сделал. VP Feather Light. New Lightbox Plugin for WordPress Images and Galleries. Короче говоря, если у вас всегда была супер дилемма, какой лайтбокс на сайте включить, чтобы он не был тяжелый, не подключал кучу скриптов беспонтовых, медленных... Uh-huh. У нас есть решение, VP Feather Light. Причем сами VPTeller не утрудились подключить этот плагин. Ну, они не хотят, плагин. Зачем им это надо. Замечательный. Они такие. Легкий, как перышко. И чё? И прочный, как чешуя дракона, этот плагин. Он основан на jQuery Lightbox скрипте Feather Light. То есть это, ну, как бы там дохрена. Ой, не дохрена, не дохрена. 400 строк JavaScript — это мало. 100 строк CSS и всего лишь 6 килобайт, короче говоря, в сумме. Ну, подожди, это очередной плагин или он чем-то еще выделяется, кроме того, что он такой легкий? Он выделяется своей легкостью, у него даже настроек нет. Ты его только накатил и все. И он смотрит прям, что у тебя и шпеги, и PNG, да, и... Да, да, да. Можно, знаешь, что отключать? Внутри поста. А вот сам плагин post, можно отключать? Да, это можно. Внутри edit поста можно сказать, что вот в этом посте уберите lightbox. А-а-а, все, прикольно. Не более. Ну, прикольно, прикольно. Здесь есть еще инструкция usage. Ну, естественно, responsive, да? Обижаешь. Без базара. Можно data, вот такие штуки добавлять самому. Это как бы не обязательно, но дополнительно можно добавлять, например, на посылке будет такое-то изображение, и вот на него ссылка. И он по тексту будет открывать изображение. Или по тексту будет открывать iframe. Охренеть. Охренеть. То есть, понимаешь, это настолько гиковский плагин, что у него нет настроек, но с помощью дата атрибутов ты можешь сам чуть-чуть прикольчиков добавлять себе, какие захочешь. Не захочешь, можешь не добавлять. Но вот если захочешь, можешь. То есть, знаешь, это всегда я вспоминаю, как в старых игрульках был ини-файл конфиговский. Да-да-да. И там было много настроек, которые нельзя было менять в самих настройках. Вот зашел в игру, зашел в настройки. И там можно было поменять там какое-нибудь скучное разрешение, там говно и так далее. А в ини-файле можно было там экспериментальные фичи всякие включить, типа цвет неба в RGB задать. Кровь. Красная, естественно, да. Просто, ну, я сейчас говорю о Готике 2, например. Я прям ее имею в виду, когда это... Можно бы уровень крови реально увеличить, что те, у кого ХП меньше 20%, под ними пятна от крови остаются. Это убрали из настроек игры, но это можно в ини-файл сделать, и это даже стабильно работает, ничего не вылетает. Но мне кажется, это все еще используется. Я вот еще в прошлой версии Mortal Kombat, в 9-й части, так. Я запускал, короче, не с тем разрешением у себя игру, потом хотел с другим разрешением, и реально в ини-файле, короче, да, правил. Причем, ну, раньше ини-файл прям в директории с игрой лежал, теперь он лежит в моих документах у юзера. То есть, чтобы для каждого юзера был свой ини-файл хотя бы. Ну да. Если ты его удалишь, то ничего страшного не случится, как случилось бы в случае с Готикой. Он новый просто тебе создаст, и все с дефолтными настройками. То есть там умно все. Ну и да, это круто, это круто. У нас минутка такая, игры. Ну, это называется hackable. То есть ты можешь сам что-нибудь там подкрутить, там что-нибудь сделать. Минутка игр будет еще, потому что Fallout 4 сегодня анонсировали. Да. Утром, но днем. Утром, днем, ночью. В общем, говно. Вот эти симовские атрибуты мне прям сильно не нравятся. Но... Как ты считаешь, стоит это обсудить прямо здесь или ну, не давай, стоит? Ну, давай, давай быстренько обсудим. Ну, кто в теме, интересно? Не знаю, кто в теме, я сверну на всякий случай, чтобы usage не отвлекался. Суть в чем? Суть в том, что, смотри, давай я объясню подписчикам. В Fallout 4 сделают как в World of Warcraft, а я думаю, все уже знают, как это, гарнизон, типа. Только не гарнизон, а типа дом у тебя будет, свое убежище. Точнее, это не убежище, это твой дом, в котором ты жил раньше, типа.
Ну да, да, там сюжет в том, что вдруг началась ядерная война, ты сбежал в убежище, прошло 200 лет. Непонятно, какого хрена ты за 200 лет не сдох. Ты мутировал. Сюжет не показывают. Но ты там приходишь к своему дому, и там тебя встречает твой робот, который твой робот-помощник. Угу. Именно который домработница, да. Мистер Хэнди который. Ну. И он такой, типа, а, хозяин, охренеть. А как ты так, типа, 200 лет? И самый прикольчик в том, что ты-то не знаешь, что 200 лет прошло. Тебе кажется практически, что вот вчера бомбы рванули, и ты вышел. И он тебе говорит, не-не-не, 200 лет, до свидос. А как он подзаряжался, этот робот? Я вот когда это видел, Там же, понимаешь, у них внутри машин и везде, в мире Fallout, они уже знают холодный синтез-реактор. У нас это все еще как бы фикция, никто не придумал, как реализовать реактор холодного синтеза, а там придумали. И че он? И там все, ты 1 килограмм урана в него поместил, он будет 1 миллиард лет работать. А, там практически вечный двигатель изобретен. Типа того, да-да-да. Ну, короче, то есть это только твой дом можно так отстраивать, как показывали. Ну, я так понимаю, ты его строишь, и на тебя нападают рейдеры, и все, и ты обороняешься. Я думал, что там везде практически можно так строить, да, и везде будут нападать рейдеры. Это ужасно. Не, я думаю, как гарнизон. Ну, это еще куда ни шло. Не, знаешь что? Там просто, видишь, там по Майнкрафту и по Гаррис моду на сорсовском движке можно всякие выиски делать там. Ну, это собирать, да. Собирать физику, реактор подключать, от него будет работать. Да. То есть все дети сейчас счастливы на самом деле. А я несчастен. Почему? Зачем мне эти лишние фичи? Видишь, единственное, что, ладно, может быть много лишних фич, но просто единственное, что лишь бы они использовались в игре. Ты вот поиграешь, ты создашь дом, и он тебе больше нахрен не нужен будет. То есть ты его использовал там первый 15 минут, да, поиграл? Я согласен, что они должны будут как-то это включить. Надо в игровой чтобы процесс, это, геймплей, чтобы... как в Вовке. Хотя бы потому у тебя там деньги. Так гениально сделано, что даже говорить страшно. Не, ну ты в Вовке тоже докачался до последнего, грубо говоря, World of Warcraft, до третьего гарнизона. Ты понимаешь, потом выходят новые рейды, и ты своих спутников в новые рейды отправляешь, и они тебе шмотки могут приносить. А, ну в этом себе. Да. Себе, там нет как такового сильного потолка. Там на тебя постоянно кто-нибудь нападает. Ну ладно, это сейчас очень в долгую может превратиться. И самое главное, там есть крафт-пух. Там можно из лазерного пистолета взять лазерную винтовку. Если у тебя есть там кусок винтовки, кусок хреновки. Мне это опять же напомнило Гаррис мод. Когда ты там из говна сделал ложку. Пулю. Да. И там к бите эти колеса от бензопилы. Не от бензопилы, а от циркулярки. Да, и да, от да. станка, который режет на пилорамах. Круги доски. Именно. Ну, короче говоря, это досвидос какой-то. Повторюсь, дети наверняка будут рады. А я не люблю. Мне кажется, что они схалтурили. Они сделали конструктор и сами что хотите делать. А я хочу, чтобы мне был выбор оружия, чтобы я его ценил. Главное, чтобы это не перебивало твою сюжетную линию. То есть, грубо говоря, чтобы у тебя сюжет на второй план вот по сравнению с этим дерьмом не вышел. Ну да, во-первых, от этого, во-вторых, чтобы ты не мог сразу себе плазменную биту бейсбольную сделать. Да не, я думаю, баланс-то уж нормально, но просто, вот ты представляешь, у тебя там будет говносюжет какой-нибудь беспонтовый, да? И вот это будет у тебя. Да, но зато у тебя будет это, и мультиплеер еще, и вы плазменными битами бьете друг друга, и рейдеры на вас нападают. И вы по симам еще дом себе строите друг друга. И ты покупаешь, да, ты покупаешь новый себе дом там и так далее. Ну, в общем... Пишите в комментариях, что думаете, и подписывайтесь. Кстати, на UVD Games, в котором раз... будет наверняка летсплей 4-го Fallout, и там скоро будут продолжения старых летсплеев. Их нет, потому что я поставил себе 10-ку случайно. И новые NVIDIA-ские драйвера, точнее не новые, а единственные, которые есть на 10-ку, они такие кривые, что все вылетает, ничего нельзя записать, полное говно. Ты вот столько раз сегодня сказал, пишите в комментариях, я знаешь, что вспомнил? Короче... Что писали в комментариях, ты вспомнил? Я вспомнил, короче, что у соседя нам подкаста, причем не у радио Ти, а именно у личного Умбутуна подкаста, он в последнем подкасте пугал, короче, людей. Вот я тоже хочу пугать их, но он не получится, к сожалению, но придется. Он всем позволяет иногда отклониться от графика и не каждую неделю выкладывать подкаст. И, короче, он такой говорит, если вы типа, последний раз писали мало комментариев, и если вы, короче, будете мало писать, я просто буду реже выпуски делать, чтобы комментарии накапливались, успевали. Вот мы не можем, к сожалению, себе позволить такого, ну, чтобы накапливались комментарии. А мы можем, на самом деле. Возьмем... Я буду теперь возьмем пугать. Можем. Да, неделю не будем выпускать, чтобы вы побольше написали комментариев. Ну, да, посмотрим. На ваше поведение. У нас, между прочим, тема еще одна есть. Давай. Мы ее не... Мы ее незаслуженно приберегли, да. Короче, мне нравится... Давай ты расскажешь про остальной, так скажем, остальную часть скандала. Я про первую часть. А это скандал причем. Давай, рассказывай фактическую часть. Что произошло? Во-первых, у Яндекса появился новый сервис...
zen.yandex.ru. Я сейчас на айфончике зайду, потому что он только мобильный. Пока что, да, я так понимаю? Хотя хрен его знает. Да. Может быть, хотят дальше лучше, но пока я что уверен, мобильный. Я уверен, что пока. Будет. Вот. Потому что это альфа-бета-тестирование. Ну, о чем базарить? Да, и этот сервис, он предлагает вам статьи. Просто предлагает вам статьи на основе того, что вы раньше искали, куда вы раньше заходили, как у вас там что и так далее. Вот. И на самом деле такие алгоритмы уже реализованы в некоторых сервисах типа surfingbird.ru. И оказалось, что один парень из surfingbird.ru ушел и устроился в Яндекс и слил весь код, ну, может быть, не весь, может быть, какую-то часть технологии. Такой даже я уже не знал скандал. Ну, в смысле? Вот этот Сергей Шалаев? Он сообщил, что сотрудник компании, видишь? А-а-а. Яндекс схантил ключевого сотрудника, понятно. То есть они забрали себе чувака? И ну, с помощью него типа сделать. Это капитализм, детка. Возвращаемся к этому постулату сегодняшнему. Ну да. Ну так вот, здесь несколько топовых таких ньюсмейкеров, будем говорить. ВОЗ, например. Нет. Это лучшие же. Я думаю, не несколько, там их много. Ну да, согласен, их до хрена. Вот у меня на телефончике уже открыто, здесь мегамозг. 25% установок мобильных приложений никто не использует. То есть ты смотришь сейчас ленту, которую тебе рекомендовал вот этот Zen Яндекс.ру. Дайджест интересных материалов из мира веб-разработки. Голландский рокер поймал прилетевший с толпы стакан пива. Я видел сегодня гифку, да, он там красиво делает. Как откатиться с iOS 9 до iOS 8.3? Ну, а чё, зачем? Все отлично. Ну и вот, можно сейчас тут всякое убирать. Медуза. Ага. Вот. Что вам не нравится, Медуза? Просто сама. Не нравится, отвратительно. Zen подстроится, возможно, мне не будет ее никак больше показывать. Я очень на это надеюсь. Я уверен. YouTube анонсировал запуск YouTube Gaming для конкуренции с игровым стримом Twitch. Silicon Rus противный. Тоже не нравится. Это вообще просто на организменном уровне. High News нормально, Roam.ru прекрасно. Twitter остался без SEO, Snoop Dogg предложил свою кандидатуру. Я, кстати, это тоже хотел обсудить, потом решил, что пока еще нету фактической... Черт, а можно отдельно, да, открыть? Смотри, можно открыть? А, и перейти на сайт. 1000 символов. Ну так вот, к слову о дальнейшем скандале. Контент-провайдеры, так, все написали, что вы что, охренели? Что у нас украли контент? Трафик. У нас половина статей как раз из 1000 символов состоит. К нам, типа, никто не перейдет. А там пишут... Вы бы хоть, типа, предупреждали? Их без предупреждения, понимаешь, спарсили у них все. Ну... То есть, ладно бы они заранее там добазарились, как-то что-то там... Угу. ФАС требует снизить тарифы на международный роуминг, отменить роуминг в таможенном союзе. Правильно все. Короче, это реально... Нет, мне нравится, ты мне рассказал прикольную тему, что это же еще связано с тем, что из Яндекса уходили люди. Да, на самом деле, выходцы... Ой, основатели Surfingbird'а сами ушли. То ли из Яндекса, то ли из Mail.ru, точно не помню. Угу. Поэтому это все очень смешно выглядит. Ты имеешь в виду, они там перебегают там из этого? Там перебежчики, они как футболисты из разных клубов, разные клубы. Но оказывается, это бабки. Потому что, что да Яндекс... Ну нахрен, а футболистов это, кстати, не бабки. Нет, просто, что Яндекс запустил, это по сравнению с Surfingbird'ом, то больше рекламы будет. Согласен, потому что это Яндекс. Они себе многое могут позволить, много впуливать бабок, и из-за этого все супер развернется круто. Короче говоря, мы думаем, к чему это может нас привести. Нас вдруг, с тобой? Вот именно нас вдвоих, да. Ну? Вдруг они какой-нибудь... прям телефон свой выпустят, в котором все это будет уже встроено. Яндекс.Фон? Ну, хотя бы Android форкнут. Бобук.Фон? Ну, да, Бобук.Фон. Кукуц.Фон. Кукуц.ОС. Окей. Будет. А Бобук будет браузер так называться просто. Это круто. Да. О, за что ж опять ты Медузу мне показываешь? Не нравится, я сказал. Ну смотри, не очень-то пока работает. T-Journal противный. А мы с тобой, это уже второй подкаст, когда мы завершаем технологии Яндекса. Все. А кстати говоря, в этом вот в этой Zen, в этом, там тоже используется умная система диско, которая используется в радио. Ну-ка, радио. Че мне радио сейчас посоветуют? Я ей пользуюсь. Медузу. Скорее всего, оно... .mp3. Дабстеп, любимая станция моя. Поняли, как они это характеризуют? Круто. А тут что? Оп, да, прослушайте еще раз. А это любимая станция. Ну... Ладно, все, надо заканчивать с этим. Ставьте iOS 9, ставьте большие пальцы вверх нам. Угу. Подписывайтесь в соцсетях, в Твиттере, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Так. В iTunes нам ставьте звездочки, пишите отзывы. И всем удачного дня, пока. Пока.